Всем огромный привет. Костя попал на связь. Сегодня я начинаю рубрику от нуба до про. Не знаю, сколько получится серий, но мы будем качать с нулевого аккаунта до топового аккаунта, который у меня как основной. И в конце, как мы проведем все серии, докачаемся до такого левела, как минимум 45 пчел, мы разыграем этот аккаунт. За первое место человек, точнее подписчик, получит 1500 робуксов, также этот аккаунт. С второго места человек получает 1000 робуксов. На третьем месте человек получит 500 робуксов. Из четвертого по десятое место человек, точнее уже люди, получат 100 робуксов. Чтобы принять участие, вам нужно быть подписанным на канал, лайкать каждую серию от нуба до про и комментировать каждую серию от нуба до про. До сих пор задаешься вопросом, где купить топовый аккаунт без фарм-симуляторы, а к тому же еще с огромной суммой робуксов на балансе, которую ты можешь потратить в любой игре и в любую игру задонатить, тогда тебе именно сюда. Переходи и покупай. За эту группу я полностью тебе отвечаю, потому что эта группа уже работает больше 2 лет. А это значит, группа полностью честная. Ну а что ж, погнали к ролику. И всем привет, дорогие друзья, с вами Костик. И сегодня очень хорошее видео, как вы видите уже на экране. Так что перед началом ставьте лайк, подписывайтесь на канал и также пишите топовый комментарий, что мы, допустим, сделали в прошлой серии от Нуба до Про. А кто пишет, что мы сделали в прошлой серии от Нуба до Про, того я добавлю в друзья на этом аккаунте. И также добавлю в друзья у себя на основном аккаунте, именно на Кости Пау-Пау. В общем, как видите, вот мой улей. Ой, улей, какой хорошенький, какой вот, боже, какой вот сладенький, пацаки. Это капец, наконец-то, мне аккаунт восстановили, я мега рад, я максимально рад, потому что этот аккаунт очень скоро мы разыграем, и кто-то из моих подписчиков его получит, я максимально рад, потому что наконец-то он вернулся ко мне. Ох, ты посмотрите, сколько тут стингеров, тут вообще много всего, я очень это давно собирал, неделю назад, то есть спустя неделю мне восстановили аккаунт, как видите, тут 11 миллиардов меда, я даже не понял, сколько я фармил, и я просто, я настолько рад, тут 2000 тикетов, практически 2000 тикетов, очень крутой аккаунт, я его очень долго развивал, тут, конечно, нужно 500 стингеров, но я накоплю, и тут есть наплечники, тут все очень круто, я думал, то, что я это потеряю, но нет, поддержка Роблокса мне вернула, потому что я указал то, что я ютубер, потом я много чего указывал, и вот, как видите, я на своем аккаунте, это мега круто, мне это очень нравится. Кстати, на гамми-маску я же туда пошел, чтобы посмотреть, сколько там нужно мне на гамми-маску, посмотрите, тут всего просто много, я на этом аккаунте максимально жестко развиваюсь, как вы знаете, все делал по-своему с самого начала, и это привело меня реально к очень хорошим вещам, то видите, тут нужно 250 клея, в принципе, это легко, потом энзимы нужны, и легко энзимы сделал, потому что пенеаплов у меня много, посмотрите, сколько блуберри, боже, наконец-то у меня мой аккаунт здесь, ну, этот аккаунт, конечно, мы скоро разыграем, но в любом случае, очень хорошо то, что его вернули, я рад, очень рад, ребят, вы даже не понимаете, насколько я рад, ребят, напишите в комментариях, кто по поводу этого что думает, ну, блин, это круто, это очень круто, то что наконец-то, тут еще и много квестов всяких интересных, то есть и наконец-то мой аккаунт у меня, как видите, тут мои всякие плентеры стоят, короче, все максимально круто, кстати, мне на мушруме надо набить. Ну, в общем, как-то так. Будем, опять же, ребята, от Нуба до Про развиваться. Посмотрим, как мы сможем дальше развиться. Максимально, ребят, продвигаюсь очень быстро. Думаю, завтра вы уже этот ролик увидите, потому что, ребят, вам не нравятся ролики, именно где я бущу подписчиков, потому что многие ребята говорят, Костя вообще не бустит. Ребят, так вы же видите то, что я уже взял аккаунт на буст. Подождите, пока я пробущу одного человека, чтобы другого бустить. Но, в любом случае, почему-то буст подписчикам вообще никому не заходит. Никому это неинтересно, никому это не нужно. Вот это я увидел, и мне, конечно, как-то, знаете, не по себе стало то, что никому это не нравится, и мне такое самому уже перестало нравиться снимать, потому что, как вы знаете, я записываю ролики не для себя, а делаю в первую очередь для вас, и что никому как-то не очень понравилось. Кстати, у меня тут скоро еще будет, получается, бэджик, и у меня будет пчелы на 1% еще быстрее летать. Тут еще очень крутое, тут, вы понимаете, у меня мобы все есть. Посмотрите, мы сюда забегаем, а краб забаганы. В принципе, сейчас его по бырику убьем и вернемся, опять же, к ролику. Thank you.
Итак, возвращаемся мы к ролику, и практически краба я убил, стоял я практически 10 минут, вот 9 минут ровно прошло уже, сейчас мы его убьем, конечно, так очень долго его убивать, но по-другому я ничего не сделаю на этом сервере, потому что, как бы, он забаганный, перезаходить, когда я ему уже дофига хп снял, ну, как-то это неразумно, как я считаю. В общем, убили его, наконец-то, а где эти, смотрите, что... Смотрите, что делается. Оно по кругу заспавнилось, только каким образом я подберу? А, вот так вот подобрал. Все, по кругу оно рассыпалось, я все подобрал. Это круто, классно. Так, давайте тут тоже вот так вот сделаем. По ботинкам нужно еще мне, получается, тропикал дринков. И мы можем купить ботинки. Наверное, мы это сделаем уже в следующей серии. Как видите, 47 у меня, либо накопить 150 вот на это. Но это тоже легко, в принципе, это вообще два легких предмета максимально. Просто нужно тропикал дринков много, это самое тяжелое, что тут может быть. В общем, как-то так, это максимально круто. Также может пойти улей, что-нибудь в улей выбить. Или не надо, не знаю даже. Но у меня столько миллиардов меда есть, можно оставить, в принципе, на следующую серию это. Кстати, вот у меня еще Star Junior, третий квест. А потом это у меня получается на бутыльки квест. Тоже ничего такого сложного, в принципе. А дальше, что у меня еще тут всякие другие квесты есть. А где у меня для мамы... Ой, не мама медведица, а точнее спирит квест. Чего? Либо я его сдал, либо нет. А, или вот это... А, да, вот, безжорный, вот. Ой, безжорный, точнее, это не на бутыльке, а вот это квест, который у мамы, у мамы медведицы, у спирит медведицы. А также вот на бутыльке, вот этот квест на бутыльке. В общем, как-то так, я считаю. То есть, очень круто то, что мне наконец-то восстановили аккаунт. Ребят, напишите, вы рады или вы не рады, или как-то вам пофиг на то, что мне восстановили аккаунт. Ну, я мега рад. На самом деле, я просто мега рад. То, что наконец-то мне вернули мой аккаунт, восстановили. Конечно же, я понимаю то, что в скором времени, можно сказать, я его потеряю. То есть, ну не потеряю, просто отдам какому-то своему подписчику. Это я вообще жалеть не буду, то, что когда мы разовьем этот аккаунт, я кому-то его, можно сказать, просто так отдам. Ну, получается, я его просто отдаю. То есть, и как-то так. Но зато мы пройдем от нуба до про, и все будут знать. Заходят на канал Кости Пау-Пау, заходят в плейлисты, смотрят, как развиваться, и все развивается просто на изях. Как бы мне такое на самом деле нравится, чтобы мои подписчики знали, как это делается, чтобы они умели развиваться. В принципе, найти на моем канале, как развиваться, это максимально легко. То есть, как-то так. Что я хотел сделать? Я уже забыл, что я хотел сделать. Я хотел посмотреть, сколько стоит плентер радиационный. Хочу очень сильно радиационный плентер. Давайте пойдем посмотрим, сколько он стоит. Так, по бэджикам. Тут, кстати, тоже скоро вот этот бэджик будет. Что у меня еще? Какой бэджик будет? Спайдер бэджик нужно выполнить. Вообще много нужно бэджиков выполнять на самом-то деле. Так, мне нужно вот сюда прийти, да? И посмотреть, сколько тут этот плентер стоит. То есть вот столько мне всего нужно, еще 25 ростков. Но это очень крутой плентер, на самом деле. Я его очень хочу тоже купить. Наверное, через пару серий мы его купим. Ребят, напишите, в какой серии мы его купим. В комментариях напишите, в какую серию мы купим тот плентер. Также напишите в комментариях, в какой серии мы купим гамми-масочку. Потому что гамми-маску, я думаю, первую буду брать. В общем, получается, видео какое-то такое. Думаю, завтра выйдет уже новое видео. Так что приходите уже завтра. Также не забываем ставить на это видео лайк, подписываться на канал с колокольчиком. Также кто опишет в комментариях, что мы сделали в прошлой серии от Нуба до Про, что мы именно там сделали, что мы скрафтили, того я добавлю на этом аккаунте в друзья, также добавлю друзья у себя на основном аккаунте. Спасибо всем за просмотр, с вами был Костик, и всем до новых встреч, пока-пока.